Ну что, ребят, всех приветствую, всем кукуси, и давайте смотреть, что у нас тут нового, что старенького. Я, в принципе, здесь ничего не делал, кроме как ящика. Я вот сделал такой ящик, перенес я сюда, получается, эти лишние предметы. И дальше мы продолжаем с вами выживание. Так. Специально ничего не копил, не проходил, что мы смогли пройти всю игру вместе с вами. Так, мне нужно сейчас взобраться на вершину деревьев. Или дерево, деревьев, не знаю там. Как кому. Единственное, где большое дерево я видел, это оно находится там, где мы собирали с вами камни. Камни, 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 камни. Идемте к этому дереву. Так, у нас с вами веревка есть? Да, веревка есть. Не знаю, нужна ли тут веревка, либо мне нужно будет лестницу делать. Это я еще без понятия. Вон это дерево. Вон. Вон там вот. На который, по идее, мы сможем с вами залезть. И да, получается вторая серия, и мы, в принципе, еще ничего не добились. Еще ничего и не построили. Так как у меня еще параллельно много игр я записываю, и иногда я забываю, в какой игре, на чем мы остановились. Если буду, как говорится, иногда подзависать, то сори. Так, вот я нашел вот эти в листочные папоротники, это типа широкий лист. Но их можно собирать только раз в несколько недель. Не знаю, как тут. Типа, когда день прошел, это за сутки, либо за 3 дня происходит. Так что идемте пробежимся и посмотрим, сможем ли мы забраться на это большое дерево. И не нужно нам будет что-то с вами делать. Так. Ага, что я еще сделал? Что еще сделал? Сейчас покажу. Это я сделал себе накидку, сандальки и шляпку, чтобы нам не сильно так голову припекало. Блин, надо было водички попить. Так, вот. Разместить лестницу давай. Шикарно. И что мне нужно делать? Ничего, просто нужно лечь. Лезть, лечь, лезть. Да, шикарно. А мне интересно, как я сюда его закинул? Кинул место для... Ага, мы тут сможем вам рисовать, да? Так, начать шикарно. Это значит, карта наша. Так, обучение завершено. Теперь вы можете приступить к изучению сюжетной части игры или исследовать мир самостоятельно. Хорошо. Добраться до места. Место, место, место добраться. Так, а как мы отсюда с вами слезем? Тихо, тихо, тихо. Все, хорошо. Еще не хватало сейчас упасть тут. С такой-то высоты. Все, шикарно. Давайте запрячемся в тенек. Не-не-не. Хочу запрятаться в тенек. Где у нас тут тенек есть? Вот тут. И посмотреть, что у нас тут с картой. Так, где наша карта? Вот наша карта. Могу приблизить, отдалить? Да, отдалить могу. Приблизить это все. Так. Хлебное дерево. Так, пальма, финиковая пальма. Крабы, белки, ромашки. Палки. Прикольно, прикольно. Это все, конечно, прикольно. Могу ли я ставить... Ой, а я нажал что-то не то, нажал. Можно ли тут метки ставить? Так, двигаться. Увеличить, уменьшить на уровень выше. Поставить, убрать маркер. Поставить, убрать маркер. Типа колесиком, да? Ну да, а у меня же колесико. Колесико у меня в играх не работает. Не знаю почему. В принципе, оно так крутится, а именно не ставится. Ну ладно, так. Добраться до места рядом с чем? Рядом с чем?
Где тут смотреть? Персонажи. Журнал. А с чем добраться? Как посмотреть? Посмотреть документы, но это не то. Так, забытая подзорная труба. А, ну забытая подзорная труба, это мне нужно идти, по-моему, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, то она находится тут, где вот, где лисичка. Примерно плюс-минус. Ладно, предлагаю, знаете, что сделать сейчас? Зайти домой, перекусить, поспать. И на следующее утро просто обследовать остров. Обследовать остров. И попробовать разобраться. Только единственное, не понял, куда добираться. А если на J нажать? Забытая подзорная труба. Активные, завершенные. Спасение корабля. Ага. Вот она где находится. То есть нам от грота нужно идти вправо. Вправо, хорошо. Ладно, наверное, так и поступим. Сейчас идем домой, ложимся басечки. И попробуем с вами добраться завтра до подзорной трубы, если получится. Как раз, может, что-нибудь и пофармим. Нужно будет только взять с собой воды, еды. Я не знаю, нужно ли тут спать постоянно, влияет ли это как-то наш сон на наше благополучие персонажа. Ну ладно, разберемся. Так, по-моему, я правильно двигаюсь, да? Если ошибаюсь, по-моему, правильно двигаюсь, да. Вот я думаю, стоит ли мне строить дом в пещере? Либо здесь на берегу. Я просто не уверен, что здесь нету шторма. И что наш домик с вами не унесет куда-то. Так, что у нас тут? Листики нам не нужны. Листики не нужны. Нам нужны кокосы. Кокосы, так, погоди. Еды у меня нету. Во, выбрать все. Отлично, это листики нам не нужны. Хорошо, все. Идем домой, ложимся баиньки. Только для начала давайте посмотрим. У нас здесь с вами есть краб. Краба мы заберем. Так, кокос тоже. Этот кокос тоже мы заберем. Все, вроде ничего такого нету. Так, а я могу убрать топор, в принципе, из руки, да, и ходить. Ладно. Так, давайте добавим топливо. Подпалим и посмотрим, что мы сможем с вами приготовить. Мы сможем приготовить с вами краба. И сможем приготовить... Ага, лисички у нас нет. Так что это? Обработанный яд скорпиона, сок ромашки. А у нас широких листов нету. Так что, ладно. Так, давайте погасим. Погасить. Ложимся спать, поспим 6 часов. Во, мистер Храпунцель. Поспим 6 часов и выдвинемся. Все, мы поспали, да? Отлично. Давайте смотреть. Давайте смотреть рецепты. Приготовить, приготовить, приготовить. А можно ли приготовить все сразу или нет? Так, инвентарь 5 штучек, хорошо. Скушать, скушать. Так, а мне нужен кокос рецепт. Все, отлично, инвентарь. И тут мы... Ага, все, в принципе, здоровье мы испорченная еда. Ага, еда портится. Понял, тогда сразу съедаем. И это тоже сразу съедаем. Все, это понятно, что мы кушать будем. Мы сейчас где-то тебя выкинем. Идем посмотрим, где мы тебя выкинем. Наверное, водичку мы тебя и выкинем. И пойдем сейчас лево влево. Так, что это? Массивный камень. Не знаю, возьму. Нужно, не нужно. Давай водичку, мы тебе еду испорченную
Выкинем. Все, это крабик. Если что, словим. Правильно, у нас есть с вами копье, да. Копье у нас с вами есть. Так, топор нам пока мест не нужен. Так что идемте. Вода есть. Запас еды есть. Ну, по-моему, когда я бегаю, да? Так, это что? А, это скорпионы, которые я выбросил, мне место было. Место было, место, ну, ага, но у меня на этих скорпионов нету листов широких. Ладно, давайте, наверное, их в теньке здесь положим. Идемте, идемте, идемте. Не, листов у меня в сундуке хоть завались. Так что, ребят, я не знаю, буду ли в этой серии строить дом, либо не буду. Как вы думаете, в пещере облагораживать, либо здесь на берегу моря, возле пещеры? Построить какой-то домик с выходом на море. Так, кокосики, это вкусно. Это мы берем. Это мы берем. Главное, чтобы сейчас тут не было ни змей, ни белок. Ни лисичек. Ну, вроде мы правильно идем. Если не ошибаюсь, вроде мы за подзорной трубой правильно идем. Давайте собирать все, что мы можем. Нет, это мне не надо. У тебя листики тоже не нужно. Нет, 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 это нам. Так, что это такое? Ага, выбрать все. Собрать. Это что, финики? Финики, да. Я так понимаю, у них срок годности тоже, да? Есть определенный. Угу. Надо запомнить. И мне будет интересно, можно ли будет сажать потом эти финики и выращивать. Если тут огород. Потому что если тут нет огорода, то все, я как бы. Как бы на этом мои полномочия все. Так, идем. Блин, ножик, ножик, ножик. Ага, ножик у нас еще с вами один есть. Так, давайте сделаем вот так. Давайте сделаем вот так. И, по-моему, у меня дома еще есть камни. А их можно ремонтировать? Так, ремонт. Ага, нельзя. Здесь ремонт можно, да, топор сделать. Мне нужен железный слиток. Ага. Нужно будет, наверное, положить топор. Положить топор где-то у себя дома и взять с собой обычный каменный. Этот не убивать полностью. А потом, когда мы доберемся до плавки металла, то можно будет его отремонтировать. Так, ага, вон что-то есть, смотрите. Походу нам туда и нужно, да? Только давайте сюда поднимемся. Так, бонжур. Рыбку ловить можно, да? Выберите удочку. Шанс клевый 15%. Прикольно. Ребят, может мы тут и построимся? Как вам идейка? Смотрите, у нас здесь можно ловить рыбу. Здесь есть кое-какие-никакие деревья. Здесь на берегу можем построиться. Так что не стесняемся, пишем. Как вам идейка построиться здесь? Так, финики пока я собирать не буду. У нас и так с вами пока мест еды хватает. Но я думаю, было бы неплохое место. Недалеко и рыбачить было бы нам бы. Потому что пещера пещерой, но хочется, чтобы было все красиво. Хотя, если бы я, наверное, не знаю, попал бы на необитаемый остров, вот так же само, то я бы себе в пещере остался. Если бы честно, это массированный камень, да? Угу. Нам пока не надо. Так, что-то светится, что-то светится. Хорошо, эти мы поднимем по-любому. Так, давайте наверх сходим, посмотрим. Что у нас тут находится? Так, я вижу, у нас перегруз, да, начинает потихонечку идти. Так, ага, привет. Часть индейской карты взять. Вы узнали новый способ, как открыть следующий регион.
Прикольно, прикольно. Бля, сколько. Дон листала библиотеки. Нет, нет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, я не специально. Оно само. Просто я сказал волшебное слово, походу, я понял. Так, ладно. Теперь понятно, почему их так сильно много там. Потому что такие же самые, как я, да? Подошли сфотографироваться. Говорит, я фотографую Шлимака. Ладно, мы с вами мокрые. Главное сейчас не обгореть на солнышке. Так, сейчас одну секундочку, мы к нему подойдем. Такое я кое-что проверю. Так, так, так. Угу, еще нормально все. Идемте. Идемте смотреть. Во, прикольно. Так, со смертью последних из лучших людей от рук смертных завершилась великая охота. Ага, хорошо. Хорошо, мы с вами что-то нашли. Отлично, карта. Остров Надежды. Угу, а мы вот тут, да? То есть мы можем тут забраться сейчас на верхушку и, наверное... И, наверное, нарисовать карту. Или нет? Так, или мне на скалу нужно залезть? Но самое печальное то, что мы с вами не нашли подзорную трубу. Значит, нам не сюда, да? Ладно, давайте. Давайте попробуем подняться еще раз и попробовать сюда залезть. Сможем ли мы это сделать? Только аккуратненько. Не, походу не сможем. Ну и ладно. На скалы нам явно не подняться пока, месь. Так что идемте дальше. Идемте исследовать. Так, не, давай ты будешь аккуратно ходить, хорошо? Давай ты будешь аккуратно ходить вот так вот. Что по поводу еды? Не, пока мисс, наверное, мы... Ой, финик выкинул случайно. Дай сюда. Давайте попробуем покушать его. Все, в принципе, неплохо, в принципе, хорошо. Идемте дальше смотреть, что у нас тут есть. Чего тут нету? Палочку заберем, кокос мы заберем. Пить нам по-любому нужно будет. Так, если не ошибаюсь, нам еще идти и идти. Так, где наша карта? Персонаж. Мы где тут могли мы с вами так сделать сборщик сока? Крафт. Прикольно, к предмету. Создать. Хорошо, хочу создать. Как создать? Никак, да? Так, еще раз. Крафту. Так, примитивный контейнер для переноски жидкости. Вмещает 10 единиц. К предмету мне нужна веревка. А его тут нету. Вот тут должно быть, да? Фляга из кокоса. Хорошо, а ну. Так, рецепт. Инструменты. Фляга. Во. Что мне нужно? Мне нужна веревка, да? Из обычных листиков, да, и сушеных. Хорошо. С этим мы разберемся. Хотя давайте посмотрим. Мы же можем сейчас с вами тут, по-моему, собрать листья. Если не ошибаюсь. Так, сейчас, секунду. Если сможем сейчас сделать, то будет прикольно. Тем более мы двигаться с вами не можем. Так. Кокосовый дождевой. Ага, сделать камень для розжига. Прикольненько. Давай к крафту. Хорошо, к предмету. Окей. Инвентарь. Крафт.
крафт, где наша веревка? Вот эта вот веревка. Что нужно? Ресурс для производства можно добыть с... Ага, и некоторых кустов. Ливна. Угу, понятненько. Понятненько, ладно. Тогда давайте выбрасываем. Да, выбрасываем. Ливна, так ливна, что... Что я могу сделать? Нет, у нас ливны пока месим. Угу, мы сильно тяжелые, чтобы идти. Хорошо. Давайте тогда попьем. Так, инвентарь. Попить, попить. Все, шикарно. Шикарно, шикарно. Думал сделать сосуд себе для водички, но не судьба. Нужно какие-то кустарники найти будет. Вот я думаю, может реально взять, попробовать... ты кто? Ты не кустарник, случайно. Взять все-таки попробовать и построиться там, где мы можем рыбу ловить с вами. Так, ты кто? Ага, птичье гнездо. Выбрать все. Ресурсы. Тихо! О, ах, ах ты подла... Ага. 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 Ты гляди. Собрать все. Недостаточно прочности. Ага, у нас недостаточно чего-то прочности. Так, а верни, пожалуйста, палочку. Алло. Птичка. Так, птичка. Во-первых, где птичка? Алло. Так, палочку нашел. А теперь нужно найти птичку. Блин, я не знаю, стоило ли убивать птичку. Может, не надо было просто трогать, и можно было ходить лутаться. Потому что я чувствую, что если сейчас заберу с этого, так, камень выкинем. Заберу сейчас яйца, они начнут портиться, правильно? Так как мы явно их выращивать не сможем. Так, камень упал, хорошо, давайте посмотрим, он нас к птичке приведет. Ну, по идее, это где-то тут должна была упасть. Где птичка? Падла. Ой, все. Ладно. Короче, кто знает, стоило ли мне это все делать, либо не стоило. Так, давай смотреть. Так, ресурс нигде восстанавливается со временем. Для этого потребуется не меньше нескольких недель. А, ну нормально. Значит, будет еще одна птичка. Хорошо. Так, эта лисичка на меня охотится. Блин, гребаный зоопарк. Где ты? Алло. Так, кто видит птицу? Но я не виноват, я просто подошел посмотреть, так что... То, что она на нас напала, это уже как бы... Ой, ну и все. Это уже не мои проблемы. Так, срок годности, ну, понимаю, у червяков для рыбалки. И у яиц тоже будет скоро испорченный. А холодильника здесь нету, да? Правильно я понимаю. Можно было бы, конечно, попробовать выкопать ямку и там хранить. Ну ладно. Так. Идемте дальше. Ладно, теперь не заблудиться и вернуться домой. Во, и тут мы можем рыбку ловить с вами, да? Да, прикольненько. Может, и тут построиться недалеко от птички. Во, смотри, как красиво. Так, червячки у нас есть, ага. Рыбачить, а удочки у нас нету. Ну, нам пока мест не до удочки. Нам нужно найти подзорную трубу. И, наверное, в следующей серии я посмотрю, куда мы с вами переедем. Может, сюда и переедем. Ну, здесь... О, здорово. Надеюсь, хоть ты не нападаешь.
Не кусайся. Нет, ты не кусайся. Моя ж ты зайка-ля какая. Мы не мелкие букашки, супер-ниндзя. Черепашки. Так, нам дальше, нам дальше, нам дальше, нам дальше. Только я не знаю, что, а что нам для строительства нужно будет. Хотя давай ты сейчас не будешь это смотреть, да, Арчи? Явно не сейчас. Нам бы просто пройтись бы. Так, не. Лисичка нам не нужна. Ага, а это не широкие листики, случайно? Так, давайте посмотрим. Хотя ночью, наверное, я ничего тут не увижу, да? Так, это не широкие листы, случайно? Нет, это не широкие листы. Все, до побачення. Дом дистали библиотеки, ребят. Идемте. Не знаю, сколько я смогу поднимать этих кокосов. Но пока здесь перегруза нету, и то хорошо. Но где-то здесь, по идее, должен быть... Угу, это место для рыбалки. Где-то здесь, по идее, должен быть наш, как говорится, подзорная труба. Где ты? Так, крафты, конечно, хорошо. Хорошо, хорошо, но не то. Карта. Остров Надежды. Вот, мы идем прям вот, вот сюда. Я знаю, что вам не видно, куда я тверкаю, но там, где загорается локальная карта. Вот туда мы с вами и идем. Там, по идее, должна быть подзорная труба. Я всегда во всех играх убираю, получается, это как его, чтобы мне было видно мышки в игре на записи. Не знаю, меня бесит, когда, к примеру, там смотришь какой-то видос, а у него мышка постоянно по экрану дергается. Так, вон там что-то находится. Там остров какой-то. Нужно будет разведать. Ну все, по идее, мы скоро должны с вами будем прийти. Где-то тут оно должно быть. Хотя я даже без понятия, как наше место, куда мы идем, выглядит должно. Во, там что-то блестит. Что-то блестит. Сейчас мы посмотрим здесь рыбу тоже. Не, наверное, я буду строиться там, где у нас, это как его, птица была. Где-то недалеко, что мы могли с вами и червяков добывать. О, здорово. Донателло, здорово. Чтобы мы смогли с вами и, это как его, и червяков, и яйца добывать. Что по поводу яиц, кстати. Сможем ли мы его съесть? Шанс несварения 7%. Шанс несварения. Ага, давайте скушаем. Посмотрим, может на костре можно будет пожарить. Так, там что-то блестело, да? И тут что-то, по-моему, или нет? Ой, гребаные белки. Или лисички, или кто это? Бесит меня. Все, отстань. Давай жить дружно. Нам еще на этом острове, как говорится, вместе... Вместе выживать. О, камушки. Камушки, это для ножей. Это для ножей, это для ножей. И я не могу двигаться. Так. Камень, 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 чтоб оп. А если мы с вами сделаем вот так? Рецепт. Сделать. Сделать. Выпить. О, комарик. Сейчас укусит. Фу, фу. Блин, тут же шикомары тоже. Падлы кусачие. Так, чтоб его выкинуть бы. Так, оп. Мне ж камни пригодятся, да? Если мы нож выкинем. Так, и выбросить. Станет легче? Нет, легче не станет. Все равно не можем идти. Ну, ладно. Рецепт. Рецепт, рецепт, рецепт. Блин, я даже не знаю, что выкинуть бы его. Но мне камни нужны. Чем прикол? Мне камни нужны, мне все нужно. Ладно, давайте попробуем посмотреть. О! Ах ты падла! На нас птица нападает.
Ага, понял. Камни, все. Камни не надо. Камни больше не надо мне. Забирай, забирай камни, твои камни. Ой, я в шоке. Так, хорошо, один, два, два. Второй лишний, хорошо. Так, крафт, 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 крафт. Ножик, где тут ножик был? Камень, ножик, нет, где тут ножик был у нас? Вот ножик. Создать все хорошо. А для топора нам нужна палочка и камень. А, я поранился, да? Окей. Поранился и поранился, что? С кем не бывает? Какая рука? Давайте посмотрим, какая рука. Правая, левая? Если левая, то нормально. Если правая, конечно, да, печалька будет. Хотя говорят, лево королева, но... Ну, не. Люблю классику. Так, ладно, идемте. Пошутили и хватит. Ой, ну все, отстаньте, пожалуйста, от меня. И ты отстань. Падла, а ты кто? Это домик? Отстань, пожалуйста, от меня, птичка. Но я правда не хотел, правда. Все, я теперь двигаться не могу. Да, все. С камушками. Без камушка могу взять в инвентарь. Что, добавлен часть? Какой-то части добавили на часть. Ага, и вот ты тут, да? Угу. А если я заберу все, наверное, по-любому что-то придется выкинуть, да? А нет, смотрите, могу ходить. Отлично, значит, камни у нас сильно много места занимают. Так, идем на самый верх. Идем на самый верх и посмотрим, что у нас тут. Здесь, по идее, где-то должна быть подзорная труба. Ах ты, падла! Ах ты! Как же вы меня бесите! То змейка, то птичка. Так, широкий лист мне нужен, да. Давай, наверное, мы использовать все. Легкий порез, нормально, назад. Я двигаться не могу. Ладно, чтобы его выкинуть. Давайте, наверное, пару палочек выкинем. Все. Тихо, тихо. Ага, пару палочек нельзя, да? Толк от этого никакого. Все, есть толк. Все, что-то еще мы собрали с вами. Давайте смотреть. Кусок. Обсидина. Перо. Кусок смолы. Так, часть индийской карты. Хорошо. Это тоже, да, походу, часть индийской карты. Давайте смотреть. Шикарно. Ну, е. Не, нельзя. Не то. Что не так? Что не так делаю? Что такое рыбные кости? Взять. Не знаю зачем. Взять. Косточку взять. Перо взять, смолу взять. И я не могу идти, все. Зачем мне это все надо? Я без понятия. Кусок смолы. Яйца. Яйца. Так, ну давайте скушаем финики. Все еще. Тихо. Тихо, падла, все. Так, кокосы. Может, эти кокосы? Давайте, ладно, кокосы оставим. Все. Ага, если я один возьму, могу двигаться. А еще один? Могу. А если еще один? Могу. Еще? Могу. А так? Тоже могу. А вот так тоже могу. А вот это вот не могу. Все, один. Один штука. Да отстань, пожалуйста. Отстань. Блин, гребаный остров. Что такое? Почему так? Я могу залезть? Не, не могу. Угу, и тут не могу. Так, там что-то есть. А я хотел уже спускаться. Идемте смотреть. Тоже змея, да?
Палочку сломала, да? Ты палочку сломала? Падла. Так, что там мы еще с вами нашли? Перепрыгнуть. Остров, остров. Так, живая вода нам еще с вами попалась. Отлично. Так, что тут еще есть? Главное сейчас не упасть. У нас, конечно, живая вода есть. Но у нас с вами ранг тут очень много. Так. Но наверх тут никак не залезешь, я так понял. Как бы мне этого не хотелось, наверх туда не залезешь. Я так понимаю, нам нужно найти еще будет пару табличек, да? И у нас с вами будет цельная какая-то картина. Вот сюда, по-моему, да? Ага, да, отлично. И нужно еще один кусочек найти. А только где этот кусочек искать? Если бы я знал бы. Так, где этот кусочек нам искать? Может, тут где-то лежит или нет? Или навряд ли? Ну, не знаю, давайте посмотрим. Давайте побродим, давайте посмотрим. Хотя, ага, вот кусочек, вижу, все, нормально, отлично. Это ж он, да, это он. Шикарно. Так, давайте дальше смотреть. Опля, побежали. Все, 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 отстань. Есть, шикарно. Угу, что-то нам дало. Песни. Песенку нам дала, да? Спасибо, конечно. Как там было и спасибо, хорошо. Положите на комод. Ладно, а можно мне какой-то сектор приз на барабане, не? Косточку взял. Косточку сильно тяжело. Давай кокосик выкинем. Все, отлично. Так, кто это? Лиана. А не ты ли случайно для крафта этой штуки, как тебя, которая крафт предмету, давай к предмету. Так, крафт. Не, не ты. Не ты, случайно. А, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Назад мне нужен кокосик, мне нужен рецепт. Мне нужно сделать вот так. Все, отлично, я тебя не могу сделать, потому что мне нужно сделать этот, как его, веревку. Чего не хватает? Лиана. Так, Лиану мы нашли. Нам нужно узкий листик. Давайте пойдем найдем узкий листик, где он находится. Вон там он, по-моему, находится. Только подзорную трубу мы с вами так и не нашли. Время, как говорится, заканчивать серию, потому что и так уже, я думаю, идет около часика. А подзорную трубу мы так и не нашли. Хотя, в принципе, мы в правильном направлении. Где-то здесь оно должно быть. Ага, опять птица, да? Опять птичка на нас охотится. Ага, и белочка, и стрелочка, и зайчик, и кошечка. Все, 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 уходим. Идемте попробуем сделать себе для переноса воды штуку. Так, ага, сейчас на нас птица нападать будет. Вот барсук-убийца, да? Да, вся, вся, вся. Все, хороший, хороший мальчик, хороший. Так, отстань, пожалуйста, я тут за листиком пришел. Мне нужно только листик. Все, все, все. Молодец, умничка. Так, крафт, 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 крафт. Что мне нужно? Мне нужно было. Нужно было квинтарь. Так, рецепты, предметы. Да. Ну? Ну? Чё не так? Чё не так? Не, ну ладно.
Может, у меня места просто не хватает, чтобы создать это все. Ладно, давай птичку выкинем. Крафт. Что за бред? Ну. Так, игра. Не смешно. Что мне нужно? Все? Можно? Не, нельзя. Предмету. Создать. Отлично. Все, есть. Мы теперь сможем переносить с вами или не можем? Создать. Бум. Отлично. Все, по идее, есть. Да, фляга из кокоса. А куда я могу скинуть? А никуда я не могу скинуть, потому что у меня нету места. Так, боеприпасы. Сюда могу тебя поставить? Тоже не могу. А сюда? Пояс? Нет. Почему я на пояс не могу тебя повесить? Ладно, с этим тоже нужно будет разобраться. Да помолчи ты. С этим тоже нужно будет разобраться. Единственное, что не могу понять. Единственное, что не могу понять, это... Где наша карта? Остров Надежды. Ага, нам нужно вот сюда прям, по-моему, идти. Оно где-то тут находится. Так, не туда. Да, прямо вот сюда, походу, нужно идти. Куда-то прям сюда. Ну, либо нет, я не знаю. Так, давайте, если не найдем, то, в принципе, на этом серию и закончим. Главное, что мы нашли с вами место, где мы сможем с вами построиться. Я, наверное, перенесу с пещеры все необходимые вещи. Так, я тут залезу. Ага, давай, давай, давай. Давай, Спайдермен. Спайдермен. Спайдермен, ага. Залез, проверяй. Наверное, с пещеры перенесу все свои вещи, которые у меня там есть. Я, в принципе, там ничего такого нету. Листочки до палочки. Но все равно пусть будет. И попробуем переехать с вами. Зачем я сюда лезу? Кто мне скажет, зачем я сюда лезу? Чтобы упасть? Наверное, чтобы упасть, я сюда лезу. Ну ладно. Где-то тут должна быть подзорная и труба. Прям здесь, а. Прям здесь, а прям тут. А. Где она? Так, у нас с вами есть 2 очка опыта. Хорошо. Сопротивление болезням. Что это такое? Концентрация. Сопротивление болезням. Сопротивление ядам. Контроль голода, улучшение сна. Угу. Давайте, наверное, контроль жажды. Давайте попробуем на контроль жажды выучить, да? Есть. И контроль голода. Так, ага, это нам дали за вот эти вот открытые... То, что мы там собрали таблички, я понимаю, вот, выполняйте задачи выживания. И находите индийские хроники, чтобы получить очки. Ну-ка, перка. Так, при отравлении питательной пищи дает бонус плюс 5 еды. Да. Это нам нужно. Только где наша карта? Так, где наша карта? Так, найти себя. Ага, нам не нужно искать себя. Вот тут где-то должен, где я нахожусь, то тут где-то должна быть подзорная труба. Ой. Надеюсь, ты не сильно ушибся. Так, использование медикаментов для лечения всех форм рана. У нас нету медикаментов из-за того, что мне нужно, во-первых, костер, во-вторых, широкий листик, а в-третьих, мне нужна подзорная труба.
По заданию. Может, она и на этом острове находится, я без понятия. Я уже забыл, где эта карта находится. Самое интересное, журнал. Журнал, журнал, журнал. Что это такое? Открыт один рецепт. Время жизни. 5 дней, 3 часа. Ага. Лог событий, статистика. Это не то. Предметы неизвестно. Вот такие вот эти вот штуки дают нам очки навыков. Хорошо, вот это я буду знать. Так. Что это такое? Что я нажал? Сейчас, наверное, что-то проигрываться будет, да. Да-да-да. Понсентелеон. Сейчас как раз посмотрим, где-то тут труба должна быть подзорная. Located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, так, the хорошо. Captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. Да-да-да. Остров надежды. Понятно. Это мы с вами, да. А где ты? Где ты, как говорится? Вот, смотрите. Оно здесь должно находиться, прям вот тут, а, где-то. Там, где хрестик. По идее, здесь должно быть находиться. Либо на этом острове. Не знаю, столь срочно ли нам нужна эта подзорная труба, или я, в принципе, могу возвращаться сейчас домой. И просто строится. Ну, давайте посмотрим. Не знаю, ладно, давайте заплывем на этот остров. Посмотрим, что тут есть. Так понимаю, плавая под воду, я тоже прокачиваю себе легкие, правильно я понимаю? До определенного момента, наверное, тоже будет как вместе с бегом. Так, давай. Кто на острове живет? Посмотрим сейчас. Если остров нам понравится, может, мы на острове останемся. Что у нас по поводу одежды? Угу. Скоро одежде придет этот самый. Этот самый придет, да. Крица, пушной зверек. Ага. Так, тут у нас птичка. А тут у нас что? Змей, да, как обычно? Так, косточка, хорошо. Так, не, это нам не надо. Это что там такое интересное? Блин, а как тебе спуститься? Давай посмотрим, может, что-то важное. Ой. Так, надеюсь, это простой ремонтный набор. И что мы можем с вами отремонтировать? Угу, не можем. А это мы можем отремонтировать? Можем за один листик. А у нас сколько листиков? Всего два. Ремонт. Блин, мне проще, наверное, сделать будет потом новую. Что еще ремонтировать мы можем? Юбочку. Кто не знает Любочку, Любу знает все. Так, ладно, идемте дальше смотреть. Что у нас тут есть? Ну, либо я не понимаю по поводу карты. Кто в курсе, кто досмотрел до этого момента? Кто проходил день, найти мне подзорную трубу? И стоит ли мне ее вообще, в принципе, шукать? Либо заняться уже в третьей серии строительством и выживанием. А все остальное оставить, как говорится, уже... На потом, потому что я тут сейчас так заблудюсь. А. Так, камушки не, камушки нам не надо, камни у нас с вами есть. Камней у нас с вами хватает. Главное, чтобы сейчас тут никакого капкана не было. Ну, либо рыси, либо еще кого-то. Так, вроде островок такой маленький был, да? А?
Уже полчаса бежим. Так, что ты тут? Что ты тут нового расскажешь? Ага. Живая водичка. У нас 3 штучки. Летай. А их ты падла! Ах ты падла, это новая, да, какая-то? Да. Ах ты падла. Лё, а ты не хочешь закончиться, не? Слышь? Шакал, ты гляди, ты чего? Я же просто в гости зашел. Выбрать все. Только зачем мне все, если... Ага. Сухожилие животного. Блин, собрать все. Не могу я собрать все. Я и так переполненный. Нужно будет реально переезжать куда-то. Так, ладно. Идемте. Гребаный шоколад. Я палочку забрал свою? Да, забрал. Хорошо, что топор я дома не оставил. Сейчас бы, конечно, было неприятно бы. Отстань. Так, ты кто? Я слышу змею, понятно. Слышу тут змею. Это кто? Это кусок глины. Ага. Источник воды. Так. Во! Ребят. А, все? У нас с вами тут есть источник воды. Или нет? Или это типа... Или типа нет. Ну ладно. Островок, конечно, прикольный. Где я вообще нахожусь? Я без понятия, где я нахожусь, да? Где-то тут я нахожусь. Я вообще в другую сторону пошел. Мне нужно вот сюда. Ну, правильно ж? Если я не ошибаюсь, где наш журнал? Вот оно. Во, видите, да, куда? Куда я залез? Так, а наша карта вот тут вот. Ну да, все правильно. Ладно, возвращаемся домой. Главное, что мы наполнили с вами фляжку с водой. Так что давайте, ребят, наверное, предлагаю на этом серию закончить. Мы... Ага, да гребаная падла. У меня здоровья мало и аптечки нету. Короче, предлагаю мне отправиться домой. Собрать свои вещи. Блин, вот широкий лист, а мне широкий лист нужен. И что делать? Правильно, муравью приделать. Ладно. Ладно, тогда предлагаю сделать так. Так как у нас... Что это такое? Яйцо. Зеленый кокос. Блин, ну кокосов-то у нас много. Смекаете, о чем я? Я предлагаю по максимуму все собрать. Зеленые листы мне нужны. Во-первых, для аптечек. Отстань, пожалуйста. А во-вторых... Во-вторых, мне где-то тут бы недалеко построиться. Так, давайте, наверное, яйца выкидываем. Яйца все равно пропадут. Все. Яйца пропадут по-любому. У нас нет еще холодильника. А вот зеленый лист мне нужен. Как я еще раз говорил, для крафта, во-первых, не могу сделать. На меня охотится животное. Такое. Все, хорошо. Там какое-то животное, я не могу двигаться, да? Да. Шикарно. Ладно, давай тогда тебя рецепт сделать. Надо будет запомнить, что у нас здесь с вами есть листочков много. Хорошо, ладно, все. Я домой. Посплю, отличусь, и, наверное, в следующей серии мы с вами просто начнем строительство.
Обычное выживание. Ага, у нас что-то светится, вы видите? Начнем просто обычно с вами выживанием. Построим хоть какой-то домик, и не знаю, нужно будет построить, чтобы мы смогли с вами добывать воду. Угу, волки, да, понятно. Добывать воду, рыбалку устроим. И будем потихонечку обустраиваться, облагораживать. Как говорится, наш домик. А потом уже будем разбираться по поводу сюжета и всему тому подобного. Блин, а как мне туда подняться? Ладно, давайте туда сходим, посмотрим. И на этом все. Даже не знаю, можно в принципе здесь попробовать начать и не возвращаться домой в пещеру. Но в пещере какие-никакие, там есть запасы. Не помню, конечно, какие у нас там запасы с вами, но что-то по-любому там есть. Так, ну на гору я сейчас в любом случае не залезу, я уверен. О, здорово. Черепаха, я надеюсь. Да, а что ты тут? Лазишь, да, зайка? Понял, по камушкам лазит. Ну, лазь, лазь. Ладно, все. Давайте, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте, если ты уже досмотрел до этого момента, я по-любому знаю, что ты досмотрел. Не забудь поставить лайкосик. Если еще не подписан, подписывайся на канал. Так. А все остальное, как говорится, ссылки в описании. Так что все. Всем до следующей серии. В следующей серии уже начнемся. Начнем огромное наше строительство. Я, наверное, выберу все-таки место там, где у нас с вами была рыба и птица недалеко. Вот там построимся. А в дальнейшем просто будем с вами путешествовать по нашей карте. Так что все. Всем мур-мур и пока-пока.